Расти, сынок, расти. Хюрем, а если у тебя дочка, что же тогда будет? Это будет мальчик, я знаю. У меня сын. Как его отец, он султаном будет, королем станет. И он все для меня сделает. Ну-ка, не слоняйтесь без дела, идите все вниз. Портниха уже ждет. Я сейчас приду. Хюрем Хатун. Хюрем Хатун. Хюрем Хатун, идем-ка. Куда мы идем? У нас дело есть. Я беременна. Работать не буду. Хюрем Хатун, я говорю, идем. Тебе ж на благо. Что? Мне на благо? Обещай, что плохо не будет. Не будет, идем, порадуешься. Идем. О, это шелк из Бурсы. Я хочу этот шелк. Этот цвет тебе не идет. А мне идет, не отдам. Мне понравилось. Тихо, голова от вас болит. Я всем сошью. О, Хюрем Хатун, надо же, как живот вырос. Все наряды уже малы. Хюрем Хатун, выбери себе ткань. Тебе сразу сошьют платье. Не нравится. Не для меня. Нигер Калфа. В моем сундуке ткани, что мне султан подарил. А такое вот. Я не надену. Где лучший шелк для семьи султана? Убери это. Убери с моей дороги это убожество, недостойное моего султана. Все убожество гарема моего султана уйдет. Останется только красота. Старый дворец полон таких, как ты. Тебе там самое место. Как может уйти из дворца мать наследника? С чего ты взяла, что у тебя будет сын? Я знаю. У меня будет сын. Потом снова будет сын. Потом снова сын. И снова будет сын. Да пошлет Аллах тебе смерть. Вот это шир.
Воды, воды отошли. Гюльнихаль! Ко мне кто-нибудь! Скорее сюда! Давайте, помогите! Умираю! Начались роды! Позовите лекаршу! Бегом! Не трать силы! Терпи, терпи, Хюрем! Султан Сулейман, где же ты? Не бойся, Хюрем, не надо! Сюмбюля Агу сюда позовите, быстро! Роды, Сюмбюля Агу! Я иду! Помоги! Что это тут у вас? Берем! Что давай происходит? Поднимаем! Я здесь, Хюрем Хатун! О, Аллах! Вот тяжелое это! Что случилось? Кто кричит? Хюрем Хатун, роды у нее, госпожа. Терпи, Хюрем. Давай, Туша, Туша, еще воды. Воды, воды, несите воду. Скорее! Да что вы копаетесь? Еще, еще воды, воды! Дайте мне чистую тряпку! Держи! Чистую тряпку несите! Давай. Терпи! Горячей воды! Тушься, девочка! Тушься! 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 Тушься, тушься! Еще тушься, чуть-чуть! Тушься. Давай! Ну давай, постарайся! Давай, давай! Машала! Еще немного! Лучше тушься, давай, а не тушься, кричи! Тушься! Ага, ага! أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله مهمت 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 حي على السلام حي على Тебя зовут Мехмед, тебя зовут Мехмед, тебя зовут Мехмед. На, возьми его, Хюрем Хатун. Махидевран не придет к Хюрем? Не придет, госпожа. Аллахумед Джальхубе, Бетаклеен ве энбетаху филисламина бетан. Аллах дарует здоровье. Аминь. Аминь. Аллах посылает счастье. Аминь. Аминь. Аллах да благословит османское государство. Аминь. Всевышний подарил Мехмеду красоту и здоровье, да пошлет он ему и долгую жизнь. Гюльфем, ты тоже видела? Тоже. Видела. Готовьте шербет для роженицы, сдобу для гостей, а в честь шехзаде Мехмета золото не экономим на этом, дае. Все самое лучшее. Как прикажете, госпожа. Спасибо, что ты меня не огорчила и пришла, Махидевран. Так жене султана себя держать и следует.
Как она? Поправится? Конечно, она поправится. Она очень горячая. Это нехорошо. Так не пойдет. Мне нужен снег. Да, быстро принеси снег. Стой. Пусть каждый занимается своим делом. Решила лекарем сделаться. Что ж, она больна. Я ей помогу. Иди лучше полечи свою отравленную подругу. Замолчи! Я не травила ее! Травить ядом – это по твоей части. Ты и меня, и Сулеймана хотела отравить. Закрой свой грязный рот! Кто ты такая? Думаешь, родила сына, и тебе все можно? Да хоть еще 5 роди. Я Хасаки. Я Хасаки Султан. И ты будешь меня уважать. Уважать? Тебе? Иди скажи об этом Сулейману. Скажи ему. Я главное, уважай меня. Давай. Сегодня тебе лучше, иншалла. Да, беспокоюсь только, что от султана нет письма. Скоро будет. Может, письмо, а может, и сам приедет. Или оно пришло, а Махидевран его утаила. Хюрем Хатун, перестань накручивать себя. Глупости. Поздравляю. Прелесть. Чудного мальчика ты родила, Хюрем. Мальчика. Я рожу мальчика. И еще рожу, у меня будут только одни мальчики. Ты же так говорила? Надо идти, нас ждет лекарь. Пошли. Говорила. Ну да. И я рожу еще много сыновей ему. А ты больше даже девочку родить не сможешь. Султан к тебе не прикоснется. Не захочет. Ну, хоть умри. Я припомню тебе это, Хюрем Хатун. Не забудь эти слова. Не забуду. Махидевран Султан. Нигер Калфа, идем. Мне так надоело это Махидевран. Неужто от нее нет спасения? Всегда тут как тут. Всегда говорит гадости. А ты ей не отвечай. Ты же не уступаешь? Я одна, ведь кроме тебя у меня нет друзей.
Гарем меня ненавидит. А ты их разве любишь? Хотя бы одну из них. Видишь? Нет, не любишь. Делай добро и получишь его в ответ. У тебя и возможности есть. Дари девушкам монеты золотые, подарки. Они будут дружить со мной за подарки? Махидевран они любят за золото? Махидевран султан уважают, глубоко почитают. И она мать Шахзаде. И я мать Шахзаде. Меня все тоже будут почитать. И не только здесь, во дворце, но и во всем мире. Прекратите играть сейчас же! Что это за праздник? Кто вам позволил? Это мой праздник. Я позволила. А ты помолчи. Я тебя не спрашиваю. Нигер Калфа. Сюмбюляга. Да, госпожа. Пусть они расходятся. Без моего разрешения больше никаких праздников. Второй раз такого не прощу, Сюмбюляга. Это Махидевран Султан вам приказала. Сюмбюляга, скажи своей госпоже, Хюрем Султан распорядилась. Мой праздник. С каких это пор ты сделалась госпожой? Знай свое место! Что здесь такое? Отвечайте мне! Живо! Откуда такая злоба? Как смеете вести себя так перед рабынями? Отвечайте! Язык проглотили? Еще минуту назад вы так бойко оскорбляли друг друга! Это невоспитанное без разрешения устроило веселье. Поэтому я... Мы устроили праздник в честь нашего повелителя. Что тут плохого? Хватит! Замолчите! Вы разума лишились! Придите в себя! Здесь не базар, а дворец да нашего что повелителя! Такое? Не знаю, госпожа. Вы не можете вести себя так, как не подобает в семье, которой вы служите. Вам не позволено скандалить и ссориться! Возвращайтесь к детям. Займитесь вашими шахзаде. Сюмбюляга. Нигер Калфа. Смотрите за гаремом. Вам все ясно? Лучше не вынуждайте меня.